несанкционированное проникновение в свою квартиру врач-стоматолог Ирина Буздова обнаружила накануне. Вор попал в квартиру через окно, выдавив москитную сетку. При этом злоумышленнику не помешало то, что дом находится в оживленном районе на набережной Карповки, 13, а сама квартира на 5-м этаже. По данным СМИ, ущерб от кражи существенный. Вору удалось вынести около 9 тысяч евро, 10 тысяч долларов США, а также ювелирные изделия, наручные часы и портмоне. В общей сложности сумма утраченного оценивается больше, чем 6 миллионов рублей. Охранной сигнализации в квартире не было. По факту кражи возбуждено уголовное дело.